Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня битва замков, и усаживайся поудобнее, заваривай печенюшки, распаковывай пачку с чаем, не знаю, что тебе еще посоветовать, но главное, поставь свой княжеский лайк и подпишись на канал. Ну а мы полетели, у нас сегодня роллинг непростой, на 100 тысяч самоцветов, правда не факт, что я потрачу 100 тысяч самоцветов, чуть позже вам все объясню. Так, мы находимся на аккаунте игрока под ником Серия 777, вот, 324 тысячи силы, о божечки, держите меня семеро, елки-палки, так, 110 тысяч самов, находится игрок в гильдии под названием Легион. Ватсапчик 709, ну, короче, ребятушки, информацию вы видите на своих экранах, если шо, вступайте в гильдию. Шо у нас по недостающим героям, шо у нас по аккаунту, вы там просите показывать достижения аккаунта, давайте буду не забывать это делать. Сначала посмотрим, какая кошмарка пройдена. Седьмая кошмарка пройдена. Волна. Волна АХ пройдена. Ну, вы в комментариях пишите, может, вам еще какие-то достижения интересны. Теперь заходим непосредственно, ребятушки, в алтарь. Алтарь, где... Ёлки-палки, я уже ничего не вижу. Мои глазки трахаются с рыбками. Так, алтарь, ребят. Алтарь у нас, ну... Так, ну, это такое. Донат, без донат. Кажется, есть донат, но небольшой. 61 тысяча, да, небольшой донат. По сути, бездонатный аккаунт. Хотя его там начнется тоже в комментариях сразу. Ништяки есть. И, как я предполагаю, как мы видели из алтаря, целой кучи недостающих героев. Так, мастер рун, это стабильная ситуация. От этого никуда не уйти. Я уже начинаю терять надежду по поводу того, что у меня получится когда-нибудь это дерьмо выбить. Зефирик, механоид альфа. Окей. Ну, механоид понятно, зефирик понятно на самом деле. Трифит нахер не нужен, королева ос. Ну, как бы ладно. Так, еще раз, мастер рун, да. Королева ос, как бы. Дуэлянт понятно, полярный лис понятно, леди божество понятно. Это все донатно, землеройки не хватает. Пепельной матроны не хватает. Бард понятно, донат, дама холода. Скиталец. Слушай, ну по факту таких последних героев не хватает. А так с героями на самом деле на аккаунте не так уж все и плохо. У нас сегодня коллекционер. Почему я вам говорил, что возможно мы не будем тратить все 100 тысяч самоцветов? Ну как бы по факту максимум, что мы сегодня потратим, это 100 тысяч самоцветов. Если мы выбиваем, собираем полностью коллекционера героя, то тогда роллинг останавливаем, и хозяин будет свои самоцветы тратить уже непосредственно на созвездие. Ну, коллекционер, подожди, ну коллекционер героев, как обычно, просто кусок вонючего, неинтересного говна. Так, не знаю, что вы так дрочите на этого коллекционера героя. Так, тут у нас на трату есть акция? Серьезно? Серьезно? Тут еще и трат... Даже на трату акции нет. Подожди, а, вот, есть. Есть акция на трату, но награда, я вам скажу, что просто полнейшая, грубо говоря, залупа. То есть, ну, беспонтовый коллекционер героев. Давай, погнали. Я уже забыл, когда он был вообще нормальным. Даже, ну, даже на трату просто. Опа, ледяной феникс. Сразу, подожди, а до этого кого мы там выбили? Может, что-то я пропустил первого героя? Может, там Матрона вообще? А, нет, нет, все нормально. Да нет, как бы было бы нормально, если бы Матрону выбил, я бы такой, типа, там, ролю героев, как бы, и такой пропустил новую героиню. Королева Гарпий, наша ненаглядная, наша великолепная, умопомрачительная Бигфут. А, так, не останавливаемся. Давай, Матрону, выпадай, и, по сути, почти закончим роллинг сразу. Матрона, вообще мастер рун, когда-нибудь ты уже должен выпасть кому-нибудь... И... Я уже даже не надеюсь на свой аккаунт. Так, открыть 5 слотов на склад. Слушай, ну давай откроем. Мы можем себе это позволить. Седна, стрелок. Ну, падают редкие прикольные герои. Ну, как бы они и так на этом аккаунте есть. Недостающего мы пока что никого не поймали. Ну, если, конечно же, поймаем там королеву ос, особенности Трифида, я думаю, что мы не особо обрадуемся. Триант Ирина. Так, королева Гарпий.
кристаллический эктоплазм. Давай, где герои-то? Давай Матрона хотя бы приди. Я уже, ладно, на мастера рун не надеюсь, но Матрона-то должна прийти. Я уже как бы повелитель бури. Я уже как бы переролил на самом деле немалое количество самоцветов. Но мастера рун еще и не видно. Кстати, если хотите оставить заявку на роллинг, то принимаю заявки на роллинг от 50 тысяч самоцветов. Заявочки оставлять, заявочки, ссылочки. Все ссылочки важные находятся в описании канала, друзья. Так, давай, пока что на этом остановимся. Возьмем кого-нибудь, прокачаем героями. Ну, если это можно будет сделать, тут, смотри, тут все на максимуме. Значит, как бы проблем с золотой слизью нету. Причем тут реально, вот буквально... Буквально все, подожди, вот сюда я могу, да, слить? Окей, и тогда начнем потихонечку ништяки открывать. Ну вот, рассвобождать, такого слова нету, но я буду говорить рассвобождать склад. Потому что, ну, как бы не всегда ты можешь подобрать существующие слова в русском языке на те вещи, которые происходят в битве замков. Так, ебой. Так, ладно, заходим сюда, ваши подарки. Открываем эти легендарные карты, откуда, в принципе, у нас нет никакой надежды выпить, к примеру, выпить надежда всегда есть, даже во время карантина. Кстати, пишите в комментариях, вы сидите на карантине дома или нет? Я лично сижу и раз в неделю выезжаю за продуктами. Ну, правда, сегодня с семьей съездили на море, на пустынный пляж, взяли немножко, ребята, погуляли. Ну, а так, в принципе, конечно, стараемся... без надобности на улицу не выходить и ни с кем не контактировать. Вот. Ладно, продолжаем. Так, два он. Ну, так, мест вроде 14. Не сказал бы, что их много. Ой, сейчас их еще стало меньше. Так, надо пойти сюда что-нибудь. Вот, к примеру, значки почета можно, да, почистить, открыть. Дальше. Кулаки. Открыли. Замечательно. Так, давай. Мест реально больше не стало. Давай, сейчас они снова закончатся. Хранитель, Дед Мороз. Рина. Так. Тритон, Ледяной Дьявол, Палач. Князь Тыква. Наемный убийца. Инженер, Панда-разрушитель. Оборотень, Гигант с холма. Леди Лео, Королева Змей. Наемный убийца. А, да ёб, ну, снова эти предательские места закончились. Слушай, ну, надо, я думаю, покупать, конечно, на склад места, подожди. Ваши подарки, ну, что тут еще? Вот ваши подарки, вот что тут еще? Вот эту вот легендарную карточку можно открыть, да? Ой, выбили недостающего Трифида. Воу, рандом, ты шо? Ну, полегче, не надо так. Ты слишком крут, рандомчик, ты чё? Это же просто невероятно. Так, давай, не останавливаемся с ништяками. О, тут даже камушки пламени попадали. Редкость наша время. Ну, не редкость, особенно тем, кто донатит. Они, конечно же, не редкость, но тем не менее. Так, слушай, уже 17 свободных мест. 18 свободных мест. Сейчас будет 19 свободных мест. Ну, прям вообще огонь. 19 свободных мест. Так, у нас 2... А, подожди, нет, какие 19, ёлки-палки? 10 свободных мест. Я что-то уже разучился считать. Так, вот 11 свободных мест. Так. Тут что? Окей, 12 свободных мест. Нормально. 13 свободных мест. Отсюда что упадет? Так, снова остается 13 свободных мест, 14 свободных мест, и сейчас будет 15 свободных мест. Мы избавились от всех ништяков. Дальше тут я не знаю, что ковырять. Ладно, не суть. Летим, ребят, дальше. Так, нанять самоцвета давай. Укротитель, где герои вообще? Ну, какие-то новые там, да даже пусть там сраный скиталец упадет, ну в коллекцию, ну роллинг на 100 тысяч, твою же дивизию. Бульдозер. Что у нас там с этим несчастным коллекционером? Блин, мы уже столько самоцветов потратили. Подожди, сколько мы потратили?
Ну, почти 50 тысяч самов потратили, мы еще всех слизей даже не выбили. Князь тыква. Просто, как там Андрю Хорылев любит говорить, габелла полная какая-то. Или это не Андрю Хорылев говорил? Не знаю. Короче, ребзя, габелла. Полная. Габелла. Габелла. Габелла, ёпт, приди, точнее. Габелла, габелла, уйди. Я не знаю уже, как ролить, чтобы что-то выпало. Давай вот так вот по три. Вот раньше такая система у меня была. Три раза подергаю. Потом потрясу. Это, конечно, двухсмысленно. Двухсмысленно звучит. Ну а что делать, ребят? У нас вариантов других нету. Давай. Малыш Ник. Где вообще Леги? Ну кто? Ну твои 100 тысяч самов. Рандом, IGG. Вы там шо, опупели все? Вам бы этих... бананов в рот запихать за такой рандом. Вы шо? Разве это нормально? Валентина. Рыцарь тьмы. О боже. Князь тыква. Бугимен. Махатма. Рыцарь. Да что это такое вообще? Скид. Подожди, я даже, понимаешь, я для заставки сделаю, типа. Вот, смотри. Вот такую вот сейчас заставку сделаю. Вот это была миниатюра. Князь делает заставку для видео. По-другому я не знаю. Просто вот за все это время вот только скитальца дал. В сути, недостающего. Ну, из карт мы достали ненужного Трифида, который, возможно, даже не будет распаковываться на этом аккаунте. Нам осталось паролей 25 тысяч. Махатма. Душегуб. Да твою ж дивизию, ну давай ты уже что-то дай-то, елки-палки. Где герои? Фрэнки, Укротитель, Ниндзя, Циклоп, Сноузила, Дракос. Да что это такое? 2020 год! 2020 год у нас на носу. А что происходит вообще? Что происходит? 2020 год, друзья, падает говно просто. Заклинательница, бульдозер, историческое говно какое-то, я не знаю. Ну что это? Ну как это? Ну разве так можно, Дед Мороз? Ну это же ненормально, ну так не должно быть. Рандом, ну сколько уже самосветов потратить, чтобы ты начал что-то давать? Я уже скоро начну верить в... сговор рептилоидов и разработчиков IGG, они вместе с рептилоидами взяли, понизили шанс выпадения героев. Ну, потому что это просто полностью... Вот так вот. Жен, ну что, мы скитальца выбили за 100 тысяч самоцветов? А, ну хотя бы вот это... Короче, ладно, друзья, извиняюсь перед хозяином аккаунта, это жесть полная. Вам пожелаю огромнейшей удачи, поменьше выходите из дома, мойте руки и всем пока.